Писательница Дина Гаврилова представила в Уфе новый сборник своих рассказов. Презентация прошла в одном из залов Национальной библиотеки имени Ахмед Заки Валиди. Более 30 лет Дина живет в Эстонии, но каждый год приезжает на свою родину в Башкортостан. Прототипами многих героев ее книг стали жители чувашского села Малый Миниус Бишбулякского района, где автор провела все свое детство. Известность Дине Гавриловой принесли ее ироничные рассказы, поданные в форме простых деревенских баек, а также ряд крупных произведений. Некоторые книги писательницы изданы на русском, эстонском и чувашском языках. У меня бабушка была по отцу, такая сказительница, рассказчица. Она мне рассказывала вот эти все страшные истории. У нас вообще была такая принята, скажем, традиция, когда еще мои родители были молодые, радио не было, молодые собирались семьями и на спор рассказывали сказки и страшилки. И вот мой папа всегда побеждал.